Наш пресс-центр retail.ru продолжает свою работу на выставке ProDexpo 2022. Продолжаем знакомить вас с интересными людьми и, главное, интересными продуктами. Здравствуйте, давайте знакомиться. Добрый день, компания Пивмастерия, Вадим. Вадим, давайте чуть подробнее о компании, где вы базируетесь, что вы делаете. Мы базируемся в городе Санкт-Петербург, делаем пиво и пивные напитки и помогаем стартапу на сегодняшний день выйти в рынок. То есть предоставляем контрактные варки, мощности и помогаем реализовать идеи для новичков рынка, пивной индустрии. Здорово. Я вижу у нас на столе здесь две бутылочки, и мы так смело их поставили. Не просто так, потому что, насколько я понимаю, это безалкогольное пиво. Да, совершенно верно. Это ноу-хау сегодняшнего рынка. Это безалкогольный лагерь с сухим охмелением, который попал к нам совершенно свежий, то есть вот только-только розлит. И почему он без этикетки? Потому что мы предлагаем нашим партнерам возможность сделать СТМ, который на сегодняшний день также как бы могут выделять сети, ну, в конкурирующем рынке. Это классический лагерь, повторюсь, но наша компания на сегодняшний день может произвести любой стиль пива, в том числе безалкогольную линейку. Это ипы, апы, сауэры, смузи, пшеничные эли, то есть портеры, стауты, все, что, ну, можно реализовать в рынке. Замечательно. Я, как человек, который не пьет, который с удовольствием берет безалкогольное пиво, хочу отметить, что этот рынок, он не перенасыщен, скажем так, то, что вариантов вкусного безалкогольного пива практически, ну, можно пересчитать по пальцам, и очень здорово, что есть такие игроки на рынке, которые готовы, опять же, с СТМом, да, дать нам возможность пить вкусное, безалкогольное, освежающее пиво, при этом при всем, как бы, абсолютно безвредно для здоровья, но с таким количеством вкуса. Да, совершенно верно. Плюс на сегодняшний день этот продукт позволяет дать рекламу и доставку для баров и ресторанов, которые могут спокойно рекламировать свой продукт. Какая интересная, правильная лазейка. Это прекрасно. Может быть, хотите рассказать что-то о производстве, может быть, хотите рассказать о мощностях своих? Наше производство находится в Санкт-Петербурге. Также имеем два филиала в Архангельской области и в Коми Республике. Произвели в том году более 190 различных стилей пива. То есть на сегодняшний день компания зарекомендовала себя как опытный производитель любого напитка, помогающий, еще раз повторюсь, там, любого клиенту выделиться на фоне большого ассортимента пива и пивных напитков. Продолжаем расти, присутствуем в 7 регионах России. На сегодняшний день представлены на ProDexpo в крафтовом уголке, куда приглашаем вас попробовать наши продукты. Да, друзья, у нас есть павильон, где есть безалкогольное вкусное пиво. Получается, вы можете к нам прийти хоть сейчас, в начале дня, хоть днем, хоть вечером, и при этом абсолютно быть в твердом уме, здравой памяти, и при этом насладиться вкусом этого замечательного напитка. Спасибо большое, пожелаем вам удачи. Надеюсь, выставка подарит вам очень много интересных новых бизнес-знакомств. Спасибо большое, всего хорошего.